Здесь каждый взрослый может найти частичку собственного прошлого, а каждый ребенок узнать о неведомой для него эпохе. И не просто узнать, а прикоснуться к ней, потрогать или понюхать. Некоторая домашняя небрежность – это определенный нарочитый у нас подход, потому что хранить вещи в витринах как-то не совсем осмысленно тогда будет. А вот предметы ведь можно подержать в руках, и именно через тактильное восприятие иногда можно получить впечатление о предмете. У обывателя понятие музея ассоциируется с какой-то определенной исторической датой или историческим событием, или каким-то научным подходом к формированию экспозиции, то у нас были совершенно другие цели и задачи, вот, которые, мне кажется, мы воплотили. Мы не проводим экскурсии, но у нас уже сложился целый круг постоянных посетителей, которые приводят новых посетителей. И у нас музей не групповых посещений, а вот индивидуальных. Небольшое помещение галереи «Бабушка» скорее напоминает уютную московскую квартирку. Но не ультрасовременную, в духе минимализма. Скорее советскую типовую коммуналку, наполненную множеством вещей. Здесь флакончики от духов соседствуют с открытками. Старый кружевной зонтик с кухонной утварью. А деньги небрежно кем-то оставлены прямо на столе. Тема, наверное, она не пришла как-то нарочито специально путем долгих раздумий, каких-то бизнес-планов. Это все очень естественно образовывалось, именно естественно образовывалось. Вот, придя к нам, вы, наверное, себя ощутили вот как дома у бабушки. Существуем уже очень много лет, если годы мечтаний считаются, то, наверное, это уже несколько десятилетий. А идея пришла и мне, и моим друзьям. Мы как-то очень остро ощущали отсутствие в городе непафосных, семейных, приятных музеев, которые свои задачи несут не только, так сказать, улучшение знаний по определенным историческим аспектам, но которые дают какое-то душевное тепло и заставляют человека вспомнить в своих предках с какой-то особенной душевной теплотой. На многочисленных полочках и комодах, за дверцами буфетов и шкафчиков можно найти тысячи предметов ушедших эпох. Это может быть скульптура 18 века или удостоверение 20-летней давности. Экспозиция музея постоянно изменяется. Одни вещи появляются, другие исчезают с полок. И сложно предугадать, какая именно вещица сможет пробудить в посетителе детские воспоминания при очередном посещении галереи. В основном у нас бытовые предметы ушедшей старой советской эпохи. Как ни странно, наверное, 80% населения исчезли путем выброса на помойку. Вот, к сожалению. В отличие от жителей других стран, у нас было достаточно много десятилетий истории, которая, наверное, заставляла даже людей как можно меньше помнить о старом. Жить вот некоторыми Иванами, не помнящими Роства, потому что, вот, например, в 30-е и 40-е годы чуть-чуть неправильные предки уже могли испортить не только твою карьеру, но и, наверное, вообще всю жизнь. В 50-е, 60-е годы желание обновления и избавления вот от тяжелой эпохи культа личности тоже заставляло нас семимильными шагами обновляться. А потом с развалом СССР мы опять пытались угнаться за чем-то прозападным. И вот таким образом несколько поколений жителей страны сбрасывали одну шкуру за второй, одну за второй. И в итоге сейчас мы поняли, что вдруг попали в какой-то вакуум, что вдруг нас стали окружать безликие вещи, без истории. И даже иногда вдруг найденная на антресолях старая серебряная ложечка
Вдруг будет у тебя шквал воспоминаний у твоей мамы, рассказы о бабушках. Мы очень толерантны и не спорим о том, что вот сегодня, где все никакое, а вот раньше так и было ведь все такое другое. Нет. Ну, знаете, вот проверка временем, она, наверное, самая правильная. Ну, безусловно, когда предметы выпускаются миллионными тиражами, их ценность, будущее антикварное, музейное, историческое, художественное, некоторым образом дезавуируется. Но в первую очередь для нас в вещах важна не их материальная ценность, а ценность чувственно-душевная. Вот, знаете, как вот импрессионистская, впечатленческая ценность. В Лондоне, Париже, Берлине и других европейских городах существует огромное количество подобных галерей и антикварных магазинчиков. История отдельной страны, продемонстрированная собранием раритетных вещей, влечет в эти города потоки туристов. Однако в нашей стране такие галереи – большая редкость. Даже несмотря на то, что государство, в котором мы жили, Советский Союз, по сей день для большинства иностранцев остается загадочной Атлантидой. Джамайка! Джамайка! СССР – это такая удивительная тема. И я думаю, что чем дальше мы будем понимать, что у нас осталось позади, насколько это было интересно. Мы сейчас говорим ни в коем случае не о политических или исторических плюсах, минусах, предпочтениях, а вот именно просто о том, что у нас было. Так вот, будут появляться больше магазинчиков, но, к сожалению, Москва с некоторыми принципами устройства экономической деятельности не способствует появлению подобных магазинчиков. И вот пока никаких предпосылок для возникновения, кроме народной памяти, для подобных магазинчиков нет. А во всех других странах мира это очень налаженный вид культурной коммерции. Такой арт-рынок, определенная ниша арт-рынка. Представлены здесь вещи, купленные в антикварных магазинах или на блошиных рынках. В галерее «Бабушка» правило – скупать вещи у населения неприемлемо. Однако важная тематическая выставка может стать исключением. К следующему году мы готовим выставку, посвященную 30-летию такого события, как Олимпиада, 80-летние Олимпийские игры в Москве в 80-м году. Мы вот расцениваем вообще эту Олимпиаду как, знаете, вот последнюю вспышку такой яркой звезды СССР, вот как бы такой апофеоз исторического развития этого государства. И вот у нас будет в экспозиции вот несколько сотен вещей, символика Олимпиады. И у каждой вещи будет какая-то история. Многие из вещей находятся в нашей коллекции, а некоторые вещи нам люди дали во временное хранение. И вот мы будем летом 2010 года показывать такую экспозицию. Можете прийти к нам, увидеть очень милые олимпийские предметы. К сожалению, вот у нас ни в Москве, ни в России нет музея Олимпиады Москва-80. А в любом другом государстве из этого события сделали бы некое культовое, обязательно сделали бы музеи и некоторую даже индустрию из этого события. Но вот у нас почему-то как-то нет такого подхода. Но мы хотя бы стараемся помнить. Среди молодежи наибольшим спросом здесь пользуются игры, значки и командирские часы. Коллекционеров же больше привлекают грампластинки или фарфоровые статуэтки. Несколько коллекций есть и в самой галерее. Слава богу, в этом мире еще существует очень много коллекционеров разных вещей, в том числе, как ни удивительно, есть коллекционеры ботинок.
Ботинки у нас бывают очень разные. Есть, допустим, вот эти вот старые игольницы, которые втыкаются иглы. Есть вот это вот старые детские и кукольные башмачки. Это 19 век, они сделаны действительно из кожи, с кожаной подошвой. Некоторые из них когда-то носил какой-то ребенок. Некоторые никогда не носил никакой ребенок, а стояли куклы. Фарфоровые, бронзовые, стеклянные, современные, старые башмаки. Это наше хобби тоже такое. Мы очень это любим. Их собираем. Американские копилки. Они немножко отдают таким черным юмором. Вот здесь, например, охотник стреляет в медведя. И вот сюда кидается монетка. Здесь выводится курок. И вот так вот. Там она закидывается вот отсюда. Есть еще другой вариант. Вот это вот очень хороший, очень известный негр, монетка. К сожалению, монетки нет. Монетка кладется ему в руку, и рычагом сзади накидывается. Негр, клоун, они все немножко отдают каким-то Стивеном Кингом, но при этом все равно... У нас есть шляпки 50-х годов и 30-х, и тяжелых 40-х годов, и зимние, и летние. Особенно ценны неношенные шляпки и вообще невиданная редкость – это шляпки, которые сохранили ярлыки. То есть вот в таком виде, как они продавались в универмагах. Посмотрите, это удивительная соломка с искусственными цветами, сделанными из шелка. Такая шляпка украсит головку любой дамы. У нас в галерее много-много лет назад была выставка шляпок Любови Орловой. Один коллекционер, который, конечно, ни за что с ними не расстанется, пожелал показать их россиянам и москвичам в том числе, и принес нам коробку с 12 шляпками. Мы их отреставрировали и показывали. Шляпка – это удивительные кинодивы. Здесь удивительные рассказы наших бабушек о своей молодости приобретают совсем иной смысл. Пока что я чувствую себя обычной девушкой 21 века. А теперь настоящей модницей прошлого столетия. Американские, немецкие, английские и советские журналы мод. Их даже можно взять домой, чтобы сшить себе одежду по выкройкам любимой эпохи от 19 века до 80-х годов 20 столетия. А подобрать подходящий образ можно прямо здесь, в галерее «Бабушка». Для дамских сердец очень большой выбор аксессуаров. Брошки. У нас есть броши производства фирмы Яблонекс. Это в 60-е годы считал самой лучшей чешской бижутерией. И каждая советская модница обязательно в шкатулочке держала полдюжины минимум таких брошек. Вот посмотрите, какие они. Все жизнерадостные. Богатые по цвету. И сейчас некоторые отчаянные модницы могут позволить себе ношение таких брошек, сочетая уже современные одежды. Это, по-моему, одна из тенденций. В отличие от брошек, этот аксессуар ни разу не выходил из моды.
На протяжении 20-го столетия мода на форму и цвета солнечных очков менялась и не раз. А в том, что она ходит по кругу, можно убедиться в галерее «Бабушка». Украшения, одежда, всевозможные аксессуары, греющие женское сердце. Но какая представительница прекрасного пола удержится, чтобы не открыть флакон знаменитых духов «Красная Москва» или коробочку с пудрой? Тут у нас такой дамский уголок, вот этот вот прекрасный белый гарнитур достался нам в наследство от французского консула. Когда он жил в России, он купил эту мебель себе и своей даме сердца, но закончился какой-то там период его пребывания здесь. И уезжая, он оставил это вот у нас, это уникальная роспись, мебель современная, но очень хорошо скопированные узоры. К сожалению, вот сейчас у нас они немного закрыты. Узоры с гобеленов, которые были еще в Версале, и вообще стилистика вот такой немного будуарной мебели очень выдержана. На фоне всего вот этого всякие дамские аксессуары очень хорошо выглядят и вообще очень создают атмосферу такого нежного чего-то французского, приятного, может быть, где-то барочного. Разнообразно и ярко представлена в галерее, навевающая шквал воспоминаний и бурю положительных эмоций, тема советского детства. От неваляшки до заводного робота, от плюшевых медведей до розовощеких пупсов. Вот в этой комнате происходит такое немного падение в детство. Вообще тема советского детства очень ностальгическая и трепетная. Практически любой предмет затрагивает какие-то такие струнки души. Например, вот этот вот луноход, который у нас сохранился в удивительном состоянии с оригинальной коробкой и ключом, был в свое время, такие луноходы были в свое время практически у любого советского мальчика. Отеков не было, они были большим предметом зависти. Выглядит это приблизительно вот так вот. Ну, я думаю, что его можно остановить как-нибудь уже. Вот. Потом еще механические игрушки вообще в свое время были очень популярны. Такая эпоха до батареек. Если сейчас все детские машинки управляются радио, роботы разговаривают и происходят какие-то чудеса техники, то в 60-е годы вот это было тоже некоторым чудом техники. Едущие поезда, конечно, приводили детей в восторг. Надо отдать должное, что и современные дети очень любят вот эти игрушки, когда они сюда попадают, здесь какие-то ездят машинки, шумят поезда, они играют с мишками. Это нам очень приятно. Какая-то традиция сохраняется. А еще у нас есть собрание медведей плюшевых. От 30-х годов до 80-х годов 20 века мы их собираем, находим, реставрируем, пересыпаем, меняем старые опилки на свежие. А еще мы собираем авторские работы художников, которые вдохновлены ретро-тематикой и стараются в ретро-духе создавать сегодняшнюю игрушку. Вот, например, такой медвежонок, он сделан сейчас художниками, но по старым лекалам. Новогодние маски. Тоже был отдельный такой пункт советского праздника. Такую маску одевал на себя ребенок. Наверное, вы тоже ее на себя одевали. Я, во всяком случае, одевала костюм Белочки и маску. И вот дети на елке с этими игрушками. У нас вообще очень много новогодних аксессуаров. Вот, в приближении праздника это важно. Мы продаем игрушки старые, такие, как были у вас дома, когда вы были маленькие, или такие, как были в садике.
маски, можем даже какие-то костюмы подобрать для детей. В последние годы западные декораторы вдруг обнаружили, что одно из самых красивых новогодних украшений – старая советская елочная игрушка. То, что в России сейчас коробками выбрасывается на помойку, в Европе – последний тренд новогодней моды. Оказывается, стеклянные космонавты, собачки и дирижабли – коллекционная редкость, которая скупается на аукционах за бешеные деньги. Так что мы обращаемся с, может быть, не громкой, но очень серьезной просьбой к россиянам. Пожалуйста, берегите свои домашние бытовые сокровища. И вот, в частности, елочные игрушки. Попробуйте их достать, найти все эти еще не разбитые кукурузки, морковки и картонные звезды, и увидите, что они на вашей елке тоже будут очень прекрасно смотреться. И даже если вам сейчас не покажутся они приятными, то, может быть, вашим детям, а уж тем более вашим внукам, это будет казаться просто исторической диковиной.